раз не сфейлил. Что ж. Надеюсь, в этот раз будет эпично. Как мне дублировать, если нам сфейлил микрофон? Я, короче, тупо на баге сейчас сажусь и еду за данными. Ага. Так что и вот. Что, по одному, что ли? Я один поеду. Не, он отдельно едет там. А мы втроем, правильно? Я на стойке пока смотрю. Да, мы втроем. Я на стойке посмотрю, правильно я прикрутил. А то получается у меня туда на стройке этот, гаммы больше стояли, поэтому и светло было. Сейчас надо подключить так, чтобы нижний крестик не было видно. Блин, что-то долгое время не появлялся рук. Нам стоит держаться вместе. Нас предупредили, да, нам пока не... Едем. Пока нет. Не насрать. Да, нам стоит держаться вместе, едем пока, да? Да, да, уехал один. В принципе, можем подъехать к месту, где будет антидот, там подождать. Так, стой, да, давай. Вообще. Это моя. Кстати, я бегал туда сам, проверял, хотел взять антидот, когда не берешь документы, его там нет. Даже можно не хотеть, не будет. Ясно. Я не буду очень быстро ехать, ибо жесть может случиться и все такое. Окей. Спасибо за понимание, пожалуйста. Кстати, в этой игре днем куда опаснее, чем ночью ходить. Внимание. Не спойлери на видео. А, да, точно. Какая разница, пусть боятся дня. Бойтесь дня. Бойтесь дня. Да. Ну да, день такой, он прикольный. Не, ну знаешь, эта игра нарушает все законы, я не знаю, все законы хоррор-жанров. Ты тут понял, чё я. Ну да, наверное. Я надеюсь, не сдохну на первой вышке, пацаны. Рома, ты до какой поехал точки, куда? Я еду это за данными. Ковала, типа мало. Да. Там, где видишь, где написано, данные, сука, опасно. На карте. А, наверх? Камино. Да. Да, камино. Справа сверху. Ну, выше. Не в самом верху. Да, я понял. О, чуть-чуть красота. Помутнение в глазах. Помутнение, говоришь? О, ну, знаешь, оно не так страшно, но когда ты за рулем. Ну, до дороги, да, я боюсь помутнение словить. Мы едем в лагерь Ураган, да? Да-да-да. А вы едете сразу отключать точку? Но мы спереди, сразу потом туда тише войдем, как ты документы возьмешь. Блин. Потому что сейчас антидота там не будет. Кусты эти глючные, я аж вздрогнул, блин. Здорово. Уже туман, можно ставить машину? Не, подожди. Я тут помню дерево. О, помню, нет, вы дерево. К дереву, парни, да это ж вообще жесть. Я сейчас перед деревом остановлюсь, если будем ждать. Ну хорошо, дерево так дерево, пацаны. Ваша взяла. Любите дерево, наслаждайтесь. Так, где-то оно здесь. Что за свет за елками? За свет какой-то. Кстати, отдем тут. Нет, нет, нет. Следующее. Ага. Вот это сейчас будет на прямо перед нами, походу. Да. Вот это оно. Не, ну братан и Витёк, слышите, вы прям, данные. Вы прям идеальные игроки, серьезно. Мы с многими играли, а вы прям вообще хороши. Вот как зайдем за это дерево, все можно читать, все классика. Хочу ждем. Цыхал костям, бочу говорю. Ждем. Да, 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 слышу. Мне знаешь, чем Стас, кстати, нравится? Кто хочет? Он эпично задает атмосферу в начале, как только входишь в туман. Своей неминуемой. А здесь, господа, здесь все спокойно. Можете не напрягаться, оружие это готов взять. Неминуемейшей гибелью своей. Ну и в жуткое же место я поехал. Да, 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 привет.
Фонарик. Ой. Кошмарит. Кошмарит? В каком? Ну, контузия такая. Твит-твит. А, все. В общем, короче, есть. Мы будем говорить контакт. Контакт. Да. А может. Костямба, я надеюсь, ты понял, что громкий звук, это значит, что еще не контакт. Это значит, что он появился, но ты как бы должен его найти или убежать, допустим. А. Он где-то. Да. А ой, приход это когда он уже начинает. А приход это когда. Приход это когда он начинает. Говори. Ну я понял, когда да. Начинает... Можете не говорить. Когда он харасить издалека начинает, так. Гоню. Может тачку поближе подтащу, чтоб свет потом было видно. Типа свет в конце туннеля. Гоню за данными. Ага, осторожно. Гоню, отойдите, второй, чтоб я вас не придавил чуть-чуть. Второй, отойдите. Так. Перед деревом прям поставлю. Это будет нашим спасением. Кто выживет, будет возвращаться назад и увидит спасительный свет. Такс. Чем он там занят? Один полумился над другим, пока тот шнурки завязывал. А можно посидеть. Как говорится, чего нет, того нет. Нету опять очков. Да, очков я не вижу. Без очков мои шансы меньше. Куда меньше. Нашел очки. Отлично. Все документы там ищу. Я знаю, где документы. Мы уже все готовы рынуться в бой. Прям все, да? Да. Тут три военных там, которые не терпятся пойти в команду навалять кому-то. Документы подобрал. Походу вот. Здесь написано, что на острове разрабатывалось химическое оружие, но случилась катастрофа. Бла-бла-бла. Был поспешно разработан антидот, но его эффективность оказалась слишком низкой, не считая того, что при неправильном использовании он мог быть смертельным, поэтому было принято решение убраться с острова. Также здесь указано, где разрабатывался антидот. Стоить! Осмотреть это место. Несколько образцов должно было остаться. Да. Отлично. Ну мест... все. Место. Господа. Антидот. Так. Я, наверное, господа, уже никуда не готовы? Поеду, а пойду посмотри пешком. Все, давайте. Готовы. Ну, главное, держите дистанцию друг от друга небольшую, чтобы стрельбе не мешали. Фонарик. Все. Фонарик у всех. Ключи. Знаете, с чем мне нравится? Чем ближе к цели, тем глубже, то есть сильнее мрак. Фонарик становится менее. Сейчас ярким. Мы увидим куда больше, чем обычно в темноте слепые котята видят. А они что-то видят в темноте? Котята слепые? Пошла музыка. Ты там, Ром, говоришь, харасит меня. Вот сейчас опять свистело. Сейчас ничего у меня не происходит. Ты где? Он в комале человек хотел. Беру точку. Куда он? Беру точку. Камина, может? Камина, да. Возможно, это на его последнее сообщение. Беру точку, парни. Может, после этого мы его больше не услышим. Так, началось. Замечательный громкий звук. У нас все темнее и темнее. Кстати, я отпадал, да. В каком смысле? Она, это значит, прозвучало как-то двусмысленно. Нам недолго. Нет, иди. Эдди, ты там живой? Да, живой. Пока что живой, беру точку, 46%. Неплохо, нет. А, блин.
ты же когда возьмешь точку, это сам сложнее будет. Что случилось? Не уверен. Тихо? Нет, просто кошмарнуло чуть-чуть. А, чуть-чуть. Есть. 59%. Минус. Всё, видел. Видел. Все видели? 61%. Так, у меня. Все, готово. Идем 67%. Дальше. 70%. Он опять. Он снова. И дрил. Витёк, тут. Да, я тут. О, пошло. Блин, уже не так и далеко видно стало. Вот сейчас. Мрак пущает. Я отсюда еле-еле фонари вижу. Просто ко мне говори, просто громче. Отстрелялся. Просто громче говори, это слышно. Отстрелялся. Отлично. Я, блин, у меня рука трястись начинает. Слава богу, хоть GPS есть. У меня рука трястись начинает, потому что эта точка ссаная находится... Сделал, точку сделал. Отлично. Выбегай оттуда и направляйся к нам. Бежать я не буду. Блин, мышка, почему под тобой какая-то, блядь, пыль? Я ругайся. Да насать! Блин, как же мрачно стало. Да вообще жесть, как-то тихо. Опа, началось. Он где-то есть. Так, он где-то появился. Ну. Всё, всё, отстрелялся. А я отстрелялся. Отлично, идём. Фух. Эдис, ты еще живой? Да. Чуть не обосрался от своей собственной тени. Я в таких моментах, знаешь, боюсь кустиков, когда поворачиваюсь и кусты справа так неожиданно, бля. Да, кусты очень часто это делают. Кстати, мы сегодня игрались, и был момент вот так, как, Ром, у тебя на видео, когда чувак бежит и прям исчезает. Понравилось? Это была жесть. Я ж чувствую, что вам понравилось. Сигнализация? Что случилось? Видите, была какая-то сигнализация. А. Звуков нет? Сигнализацию слышно. Все, хорошо, идем. Мы почти в лагере. Антидот, по идее, должен глушить действие вот этого тумана. Обрати внимание, что персонаж здоровья понемногу ухудшается. Начинает экран красный. Да. Ну, то есть, ноги там... По идее, я антидот должен улучшить это. Как скоро будем влево сворачивать? Ага, возьмем антидот сразу по одному укольчику сделаем. Так, ну чё? А как долго работает? Я на дороге. А, без понятия, на антидотом не пользуюсь до этого момента. Вот это сейчас будет первый раз, когда мы заюзаем антидот. Наверное. Есть. Кстати, антидот нельзя передавать, то есть взял, то есть налево? Ну чё, вам удалось что-нибудь, пацаны? Пошли там по дороге. А мы сейчас только долго запасы. У меня поврежден двигатель, но так-то все нормально. Витя кошмарит. Тихо. Витя, говори, Витя, говори с нами постоянно. Убил? Всё, готов. Всё, пошли. От машины свернём. Налево, от машины налево. Есть. Пошли. Тихо. Кошмар. Блин. Нет. Сложный. О, шептание началось. Я так понимаю, да. Я иду первый, правильно? Да. Классно, как я это люблю. Так, у меня началось. Где-то появился. Я его не вижу, но... Рома. Два раза переместился. Убил. Рома. Да, убил. Ладно, я живой, я шучу. Рома, справишься. Рома. Ты хорош, что ты выдержишь. Да, сейчас прямо идем и будем наплатить. Я думал, все, блин, поиграли. Не хочу это. Поиграли. А, это Рома едет. Конечно, нет. Я без фонарей еду, потому что у меня ночное видение. Я понял. Ух ты, где выступил? Тихо. Где на данные? Документах. У меня началось. Меня нет. Говори, он есть. Перемещает. Тихо. Перемещает. Тихо.
Витёк, Витёк, кто у тебя? Говори. Я сейчас заберусь. Витёк, говори постоянно. Смотри на Витю, смотри на Витю, смотри на Витю. Отстрелял. Витя разговаривает. Витёк отстрелялся, говорит. Так. Где-то здесь, в одном из домиков, должен быть белый кейс. Блин, графон красивейший в армии. Серьезно, вот даже максималки не стоят, а графика просто... Работает? Нет, не рабочий. Фонарик вот здесь. Бля, у меня началось. Я наверх иду. А как на самом деле все? Не, ну мне... Так, у меня началось. Да, мы на тебя смотрим. Я его не вижу, но он уже дважды перебежал куда-то. Трижды перебежал. Не вижу, не вижу, не вижу. Четвертый раз, бля. Сзади вас. Бля, переместился. Опять не вижу. Блин, не успеть первый сдохнуть. А, не, не сдохнул. Все, все нормально, отстоял. Было. Я наверх. Блин. Так, ангары осматриваем. Белый кейс берем и сваливаем отсюда. Вышка никого. Чисто. Ничего. Тут 4 здания, все. И 5. Тихо, у меня есть. У меня чисто. Ложная, ложная. Последняя. Нет, есть последняя. Что, есть кейс? А, нет. Тут кейса нету. Кошмарит, кошмарит. Живы, парни. Говорит постоянно. Говорит-то. Кошмарит, убил, можно убил? Кошмарит. Убил? Нет. У меня началось. Нет, тихо. Есть, отстрелялся. Есть, так, видел. Ух, жесть, он почти дошел до меня. Так, последний ангар остался большой тут. Там может кейс быть. Вот он. У меня началось. Принял. Где-то появился, но я не вижу. Осмотрите пока ангар. Это такое. Один пусть ангар отходит, другой. Белый я кейс. Я стою около ангара. Белый полу. Отстрелялся? Нет, я его пока не вижу, но он где-то стоит, но он не перемещается. Он просто где-то стоит. Он пока смотрит на меня, но где-то, но не двигается. Сам постоянно после вдруг к тебе сейчас подойдет. Кто там здесь есть? Нету. Алло? Нет? Блин. Не видно. Ай. И на вышке нету кейса, да? Может, нету, вышки проверял. Где кейс? Может, где-то на земле валяется? Так, у меня опять началось. Опять приняли. Перебежал. Он так. Опять куда-то перебежал. Я на базе. Блин, Эдди, вот кейс не нашли. У меня. Все, отстрелялся. Я пошел. Вы за антидотером поехали, что ли? Да, мы уже там, но мы кейс найти не можем. Тихо. Отстрелялся? Тихо, тихо. Нет. Есть. Есть. Отлично. Фу. Вот так. Чё никто точки-то не поставил? Вот тут вообще АТАТА написано. Вы в гирне, да? В гирне. Нет. Лагерь Ураган. Лагерь Ураган. Блин, ты, о, где? Я нашел кейс. Я нашел кейс. Я кейс нашел. Я, он где тут в кустах валялся. Я сейчас выйду. Вижу тебя. Твой фонарь. Валялся. Моргни им. Да, все, да, уходим, да, уходим, да, все. Увидите, на чего есть, уходим. Месячный. Давайте вам по одному укольчику сделал. Что случилось? Бля. Я кости перепутал. Ты кости только что пристрелил. Да, да, месте, да, да. Костя оф. Он такой. Костя оф. Пошли отсюда. Бывает такое. Я не мог по-другому. Искал, запаниковал, давайте полечу. Бывает. Но надо думать, в кого стреляешь. Как школьник, так он за ним прям стоял. Все, убил. Деньги. Ну, Эдди, ты, наверное, сам знаешь, что оно маскируется. Да, да, я понимаю. Да и помнишь у нас на аэропорте, как мы друг друга чуть не расстреляли? Он появляется за тобой. Ну, и чуть. Я по тебе, ну, в принципе, я понимаю, в чем прикол. Только надо внимательно знать, у кого я фонарь начинаю... горит, у кого не горит. Так что... А ты помнишь, что, когда он захватил все фонарик, горел? Помнишь тот момент? А, он думал, что это уже не Костя, фонарик... что ли? Костян сказал, что его отпустило вообще-то. Нет, на Витю напал. Витя начинает смотреть, да, по сторонам, и, короче, и случайно понял, застрелил со стенами, вместо него перепутал чуть-чуть. Блин. Ты понял прикол. Домашние хлопоты на запись.
Ну, короче... Мы в аэропорте тоже друг друга чуть не перестреляли, да. Ну, чуть, это... Ну, я, кстати, я тогда даже шлемак снял. Да, я тогда даже шлемак снял, а ты меня не убил, как бы. Умудрился таки не убить. Ну, пофиг, на самом деле, как бы. Понял, прикол. Жалко, что у нас меньше стало тупо из-за случайности, конечно. Да. Но... Не, ну и... Да. С другой стороны, это кошмар. Настоящий кошмар. Кстати, Эдди, знаешь, как я начал по тебе тогда стрелять? Получается, начал быстро перемещаться, и я не успевал. Я, знаешь, это застыл на месте и пытался слушать по звуку, где он появится. Он появляется сзади меня, я делаю разворот, начинаю стрелять, поняла, и получилось, что он остается как бы напротив тебя. И у тебя, наверное, это выглядело, как если я по тебе стреляю. Видно меня? Потому что... Слышно меня? Еще нет. Я... Нет. Да. Нет. Ты рядом машины? Рядом машины? Видно. Где? Саны. Туман. А, вот где тачка твоя. А, тачку, мы там машину видим, жди нас там. Свет наш, видишь? Ага. Короче, я около тачки. Нас вот. Двое осталось. Ага. Да я понял, что вас двое осталось. Потом куда? Чуть на аэропорт поедем. Понятно. Не, лагерь. Кстати, у тебя действие тумана этого прекратились? Витёк? Да, не, я не знаю, но еще меня... Херачить. Нет, ты весь покотан, дай тебе полечу, тебе походу сейчас плохо, даже стрелять не сможешь. И смотри по сторонам, вдруг что-то случится. Все, пошли. Тихо, пацаны. Оп, началось. Опа, у меня началось. Дважды переместился. Все, я стрелялся. Я пальбу слышу, пацаны. Да-да, все нормально. Давай чуть шагу добавим. Легкая перебежка, оружие на взводе чуть-чуть. Держи. На машину фигня осталась. Костян? Давай немножко сейчас шагом и потом спринт включим и добежим. Окей, да. Антидот забрали? Да, у меня. Сейчас кольнемся, будет норма. Наверх. Чуть-чуть осталось. Кстати, действие не прекратилось. Я по одному кольчику сделал, но все равно немного ложит. Может, и угодно не так. Действие не прекратится, а урон. Так, может. Урон, я же говорю, проходит. Доза не та. Я по одному колу сделал, может, надо больше колоть. Давайте, спринт, мы уже на месте. Видно мой свет. Да, видно. Да, видно. Я как важно хожу. Чуть-чуть. Все, шагом, ну его. Парни, я это видел, это жесть. Прямо на моих глазах. Я бегу прямо, и он просто выбегает. Прямо на моих глазах. Передо мной. Прямо на моих глазах, блин. Все, вы вышли. Здесь уже спокойно. Бля, это... Мне что потащить? До дерева дойдем, тогда я точно буду уверен, что чистит. Да ничего здесь нет. Сейчас. Блин, в последний момент. Да дерево рукой осталось. Жалко кости. Это страшно. Все, давайте я вас полечу всех отворами. Это было страшно, вот что это. Этот момент был страшный. Я не знаю, меня надо лечить. Сейчас посмотрю, я доктор. Так, ты целый. Тебя лечить надо. Да ладно. Сигнализация. Да? Вот тоже слышишь, да? Да. Я не слышу никакой сигнализации. Я не слышу никакой сигнализации. Все, поехали. Ладно, поехали отсюда. Кто хочет? Кто хочет с ПНВ? Я не хочу. Не, я тоже не хочу. Все сели. Двоих вижу. Эдди, ты я сел, Рома сзади. Ну, Рома сидит на квадроцикле. Или я все-таки на джипе с вами поеду. Давайте я сяду, короче. Ром, ты на пассажире. Так, стойте на месте. Не ешь же никуда. Стою. Я жду, садись. Где ты там? Я в тачке. У меня свист. Так, одного вижу. Второго я не вижу на заднем сиденье. Все, осторожно, в квадро мой не врежься. Ах, бля. Забрали четвертого, да? Да. Я, наверное, не узнаю никогда правду.
как же он лег. Да я просто их тупо перепутал и все. Да я понял, что тут не перепутать. Он... Костя боком стоял, а этот за ним стоял. Я вижу, что у него фонарь не горит. Да-да-да-да-да-да-да. Я сейчас тебе гляну, прям тебе фонариком в лицо. Так подожди, ты убил? Стой. Ты, главное, сначала Костяна убил, а потом его. Он убил Костяна, а потом только его убил. Да-да-да. Враг никогда не стоит боком. Но он никогда не стоит боком. А, нет, вру. А что говорить, боком... Что боком не стоит? Помнишь, он перед тобой на том видео выскакивал так? Он бежал, его торкало. Это не то. Но он боком бежал, он не на тебя бежал, он боком пробегал. Серьезно, я хочу увидеть, как человек вот так вот смотрит себе на шею. Как так можно? Как-то реально вообще... Голова так... Шей, я думал, я первый уйду вообще. Чё там? Куда мы едем сейчас? Ну, следующий лагерь, справа. Следующий лагерь, тут лёгенький. Может, кстати, подвал кольчика сделать, когда в следующий раз заходить будем. Можно попробовать. Надеюсь, не убьет, потому а мне укол сделал кто-нибудь? Я не сделал ещё. Перед туманом сделаю. Тут же, помнишь, мы документ читали, что передозировки можно умереть, поэтому... Не факт, что после двух уколов мы еще лучше. Чего потом? Ты умен. Ну, рискнем. Рискнем. По два укола сделаю, пожалуйста. Кстати, мне вот интересно, а тут первый укол будет нам считаться, что мы кололи? Может там надо тебе сделать два укола, а нам по уколу? А что если попробовать следующую хрень? Забежать в дом на второй этаж и сделать укол, когда харасит? Может он исчезнет? Он не исчезнет. Нет. Помнишь, мы тогда кололи? Может он на время исчезнет? По три кололи себе. Не, может он просто не пам отстанет. Так, знаешь, типа, укол, чтобы он отстал в экстренном случае. Я колол, когда он начинал вот это прыгать, я колол, ничего не исчезало. Мне я кажется, не могу вообще понять, в чем прикол тогда уколов. Я думаю, что укол глушит действие тумана, он должен глушить кашель, то есть мы не должны получать урона именно от тумана, а не от него. Да, но как-то практика показывает, что нет. Мы едем сейчас в Гирну, да? Мы сделали по одному уколу, а там же было написано, что неэффективный, может по два укола надо. Кто написал вот тут вообще а-та-та? Я думаю, Костян. Его уже с нами нету. Костян написал, да это его стиль. Вы похоже с Витьком. Ой, вы похоже с Костяном играли тогда и ходили в Гирну. Ну да, да. В Гирне реально а-та-та. Там реально жопа. Если выживем. Гирна, это сейчас они. А, ты имеешь в виду сюда? Гирна это случайно не с деревом, нет? Или мы сейчас в дереве были? Я вот сейчас не помню. Так, подожди, стой, я гляну туда, я специально сверну. Да, мы в Гирну едем. Шейд? Да-да. Я тишина такая, я думаю, кто нас везет? Витьковский, ты тут? Да-да-да-да-да-да. Отлично. Сейчас был на моего брата голосом похож. Ну нет, это был я. Ясно. Блин, у вас у всех такие сломавшиеся голоса, у меня такой какой-то писклявый. Ну так ты же не куришь. Вот уж, блин, угу. Все упирается чисто в курение. Вот-вот. Вот постоянно курил, нормально говорил. Пропаганда курения. У меня так эти мордочки смешат. Наши. Да нет, там, короче, джойстики такие. Штурвалы. На левом сиденье от меня. И там такие мордашки, короче, на них такие. Мы, надеюсь, сейчас не проедем. Гирна направо. Да, Гирна направо. Долго?
недолго вообще, все, приехали почти. Так, подожди, я сейчас, я отставлю, подождите, я сейчас ляну, где тачку оставлю, не выходите, пока с машины не выходите. Я сейчас просто ляну эту тачку оставить. Так, где-то тачку оставлю, где-то, надеюсь, я не ошибусь. Так, все, крестик я поставил, сейчас за крестик подъезжаю и выходим. О боже мой! Бля. Так, все. Неплохо. Все? Остановились? Выходим. Да. Давайте укольчики сделаю. Эдди, тебе два укола, нам по одному уколу. Хорошо. Выше. Зачем мне так, два? Садите по очереди. Эй! Ну потому что мы тебе по одному. Мы тебе уже по одному кололи. Вдруг она как-то очень. Один мне, коли, пожалуйста. Ладно, мне один укол. Понял. Один укол. На тебе один укол. На тебе один укол. Да, мне одного. Тебе один укол. Thank you. И тебе один укол. Все, осталось три укола в машине. Кстати. Я так понял, что спринтить на последней секунде, как вот это мы сейчас сделали, это хороший вариант. Черевато, да? Так, блин, он просто выскочил на меня. Вы это увидите. Если запись нормально пройдет, вы это увидите. Так, скоро будет туман? Он сейчас, по идее, должен быть. Вот сейчас, вот этот спуск, сейчас ты бежишь, это уже есть туман, по идее. Вот это уже, по идее, туман. Так, был. Ну, вообще, вот это, дома туман. А? Когда кашляли, это я кашлял. Да, я все понял. Похоже, да, вышло? Давайте. А подождите, пешком! Мы же укол сделали, вдруг мы кашляем не учуем. Вдруг я кашляю. Я кашляю. Я кашляю. А, значит. Я себе мотор сильно хочу сделать. Так, у меня пошло, поехало веселое дерьмо. По веселой трубе. Господа, может я еще себе укольчик сделаю? Он где-то появился. Буду под опытом. Я да помню, не жмитесь вы в упор, ёкил МН! В упор сжаться бессмысленно. Вот, все, расстояние держать. Все, идем. Я буду слева от дороги идти. Витек справа. Эдди, ты посередине иди. Твоя середина. Я хочу. Короче, он, судя по всему, появился. Давай. Шепот пошел, но. Помнишь, мне это будет жестко. Помнишь, когда играли с проверком, он его увидел один раз на холме сверху стоял, когда он слышал звук появления, он на горе просто стоял, вот это существо и наблюдало за ним. Просто официально заявляю, что фрирок. Тихо, тихо, тихо. Короче, не верю. Держи себя в руках. Херню. Не, ну я один раз видел, знаешь, когда он мне появился, я вот так подошел, знаешь, на низину, вот справа от низина, я просто увидел, что он там стоит, голову чисто видел, понял? Это я все понимаю. А, блин, я не перезарядился. Надо перезарядиться. Все куда вторую чесал? Куда Витек делся? Витя. Витек. Витя. Вот он в кустах заблудился. Что ты там застрял? Что ты меня замотало? А что ты молчишь? Мы тебя чуть не застрелили, чувак. Решил вас попугать. Решил в тряпки поиграть. Посрать отойти он решил. Все, ладно, на связи. Заранее. Паника началась. Чуть не избавились от тебя, чувак. Серьезно, смешно. Нет, вообще-то смешно. Паника, паника, барабаны. А, паника. У тебя барабаны? Помнишь, как этот? Да ладно, ладно, все. Похихикали, хватит. Прошу прощения. Кстати, мне кажется, я антидот еще действует. Вроде бы еще. Опа, началось у меня. Где-то появился. Убил. Я убил, там собаки, они похожи на этот звук. Парни, нам же вниз от моста, точно. Нам же вниз. А или просто...
можно по мосту пройти. Какой здесь? Я туда не пойду. Звонишь. А, да. Хочешь по мостом пройти? Да-да, ты... все правильно говоришь. Ты какой смысл? Пойти? Туплю. У тебя что, яйца стали под мостом ходить? Пацаны, походу антидот действует. Чувствуете? Да. Побежали. Ну, мне тоже... А меня... Мне кажется, что урона нету. Ну, на время, во всяком случае, он... Ну, а у меня ничего нет, вроде работает. Не, вот у меня... Началось. Ясно, значит, мне придет. А я могу своего пристрелить. Все прошло. Слушай, хочешь, я лягу? Говори, если начинает прыгать, постоянно. Все. Не надо. Говори, если он постоянно прыгает. Ага. Если он начинает прыгать, ты говори. Да, когда прыгает. О, может свет в машине включить? Включи. Я свет в машине включу. Я на месте. Опа, и началось сразу. Где-то. Где он? Он где-то появился. У меня просто где-то появился, но я его не вижу. Где-то стоит и ждет меня. На самом деле это выглядит вот так. Но я читер. Второй раз переместился, я его не вижу. Но он второй раз переместился. За машиной! Я опять переместился. Говори. Раз переместился. Говори, мужик. Это я. Где-то рядом. Это я. Все, убил. Ох. Убил. Это было рядом, он за тобой был. Харасил ты прямо в меня, что ли? Ну, в смысле, попал ты не в меня. Ага. Так, я полечусь. Кстати, а знаешь, до этого он завичком появился, но я стрелять не начал, потому что... у меня началось. Упор. Твою упор мать! Стоял. Пошло, поехало. Так, это официально заявляю, ребят. Не, сейчас началось. Официально меня заявляю. Не вижу. Одного попадания в пидораса недостаточно. Не вижу. Витёк, говори постоянно. Говори, говори. Все. Витёк, Эдди, фонарик. Отстрелялся. У меня включен фонарь, ты чё гонишь? А, кстати, нет, кашель не прошел. Я себе, может, еще один антидот пойдет. Если я помру сейчас, то... Блин, он у меня появился. Еще один минус свой сделать. Он у меня появился. У меня реакция... Кидаю этот... А, нет, стойте, я гранату кинул. Назад, я химсет. Ты че, наркоман? Все, химсет кинул. Перепутал чуть-чуть. Блин, ну ты прикольный, перепутал. Тут... Так я вдаль кидал, все равно планете не зацепило. Так, все. Флаг тут передал. А что мы ищем сейчас? У меня второй раз переместился, я его не вижу. К столбу идем. Беги в дом вообще. Всё. Бля! Убил, все. Да, кстати, одного попадания недостаточно. Я только что ему в шлем попал, а его не убило. Именно в шлем попал. Кстати, чем больше народу с этого лица, тем быстрее наберется. Я вообще ничего убил? Не вижу. Нет, не убил. Блин. Убил. Блин, где Эдди? Я сказал, что я отстрелял. Я отстрелялся. Да. Твою мать. Слышь, Шейк, я не знаю, то ли пингует, то ли что. Раньше он ложился с одного выстрела, теперь он какой-то живучий. У меня он тоже, может из-за того, что мы берем уже первый, может после первой точки он стал чуть живучее. Конечно, я взял еще одну, ты не заметил? Мы две взяли точки. Я... А, нет, мы антидот взяли. Мы одну. Кстати, Эдди, я его только что тоже только с двух раз убил. Не с двух раз, я в него очередь выпустил. Педрило. Но я с двух попаданий тогда. Не знаю, не везет мне, короче, попасть. Что за хрень? Что за чертовщина? Чертовщина! Мне кажется, топович. У меня опять началось. Не вижу. Он где-то появился, но я его не вижу. Ай-яй-яй. Я от вас расстояние чуть-чуть беру. Идите по дороге. Все, он где-то стоит, но он не перемещает. Вот хорошо. Он где-то стоит. Мне кажется, я уже скоро умру. У меня началось. Началось, да, харасит из стороны в сторону. Во, птички летают. У меня второй раз переместился, я его не вижу. Третий раз переместился. Витёк, если что, ори. Четвёртый.
Пятый. Я его не вижу. Бля, шестой, не успеваю. Убил. Я убил. Все. Пятёк. Да. Бля. Это да, было да, прикольно. Есть. Я, короче, поворачиваюсь, он что? Слева от нас идет в проеме. Классный парень. Прикольно. Мне нравится, подружился с ним, да? Ну да, он такой идет дружелюбный. Не замочил бы, был бы приход. Блин, очень много посторонних звуков от вот там, где Костя и Витя. Вот серьезно, там столько звуков посторонних. Да, нормально. Ничего, ничего не происходит. Это микрофон, забей, не обращай внимания. А, ну ладно. Нормально. Вообще, знаете, есть такая функция... А кто спереди? Нифига себе! Да просто без звука. Нифига себе, короче, пыль сейчас летела к Витьку. Я, короче, такого не видел еще. То есть ты стрелял по нему, и от него пыль летела. Сзади вас тихо идет. Убил, вроде. Убил. Опа, у меня закошмарило. Я просто обращусь, и он между вами идет. Пацаны, он без предупреждения появляется уже. Расстояние держите друг от друга. Он, у меня пошло. Блять, четко за тобой, вообще. Эдди, убил. А, вообще нормально все. Да нормально все, он был далеко, я еще стрелял издалека, тихо, спокойно. Блин, у меня патроны на автомате заканчиваются. Еще чуть-чуть, я лечусь. Я буду без патронов. Окей. Я тоже, кого полечить? Давай, Давай. Смотри по сторонам, стой на месте, по сторонам смотри, чтоб на тебя не напал сзади. Витёк, по сторонам смотри. Да, смотрю. Всё, я полечил. Всё, полечил. Всё, спасибо, спасибо. А почему теперь появляется без предупреждения? Это по-разному. А, он рандом, раз. Браток. Так, у меня где-то появился. Где-то стоит, падла. Где-то падла стоит. Вот. Я вообще там что-то... Всё, убил. Чуть кирпичей не наложил. Кирпичей? Мне нравится. Это самое интересное, это самое страшное. Так, он появился. Самое страшное. Он где-то появился. Я лечусь, если что. Действительно. Блин, пошло, поехало. Где он? Привет. Он под холмом. Рома, это я. О боже. Это я, Рома. Говори постоянно. Отстрелялся. Убил? Я все, скажу, пошли. Когда будет очень. Я начну говорить об этом. Не переживай, Шейд. Когда будет очень весело, я начну говорить. Оп, у меня началось. У меня. У меня осталась обойма одна с 27 выстрелами. У меня где-то переместился. Так, я еще жив. Ладно, вы бы это видели. Это эпик. Эдди, ты сейчас так идешь, и он просто за 9 точно так же идет. Ну, спокойно. Мы увидим, сагом. Я надеюсь, это. У меня комплекс. Я надеюсь тоже на это. Потому что как вчера зафейковал видео, я не хочу, чтобы это повторилось. Так, мы очень уставшие сейчас. И нормально, идем шагом медленно. Пошли. Не останавливайся. Так, я туплю просто почему-то. Так, два раза нажми, ты можешь... Я нажал, все нормально. У меня он появился. Появился, но пока не харасит. Но где-то он есть. Рома, за тобой. Убил? Нет, он не убил. Бля. Витёк, говори, Витёк. Да и сейчас меня заберут. Все, забрали. Витёк! Не. Он успел сказать, все забрали. Да. Патронов у него забрать, у меня патронов нет. Да нет, походу тоже патронов нет, так как он... У него ничего стоял. Нет. Ладно, пошли сюда. Блин, я неправильно делаю. Кстати, у меня сейчас помутнение в глазах. Помутнение — это хорошо, наверное. Это значит, что мы из тумана вышли. Ну, по идее, вышли. Опа, ага, вышли. Два раза мы вышли. Чики-брики, пальчик да. Выкинь. Где он? Ну, у меня помутнений вроде раньше не было в тумане. Угу. У меня было. Помутнение было в тумане. У меня.
Он где-то появился. Я на себя антидот еще один использую. Смотри, если я помру неожиданно, это значит антидот не подействовал. Все, использовал. Мы вышли, походу. Да по сути, да, вроде. Нет, нет, мы сейчас опять внизу уйдем. Сейчас опять начнется. Это сейчас мы опять внизу спускаемся. Да нет, вот его не начался. Успокойся. А, опять, да. Опять нельзя. Это опять туман. Это туман. Кашель. Это все туман. Вот в этом моменте, я помню, он стоял так на холме. Когда я так на холм, знаешь, поворачиваюсь, и тут у меня на холме он стоял. Силуэт. Я просто силуэт видел, что там кто-то. Бля, вот это. Опа. Ну, как-то так. Нормально. Мне понравилось. Да, звуки есть. Рассказываю про то, как он на холме стоял. Ну да. Вот как-то так вот он и стоял. Да, пожалуйста. Да, как-то так. Это жесть. А ведь рандом. Ну да. Надя, ты вообще убитый, у тебя полечить надо. Ну, не знаю, ну что, полечить. Ладно, мы уже все, мы поднялись, никто на нас не выйдет. Думаешь бегом? Мне ну. Давай средним бегом бежим. Витёк, главное, успел сказать, что меня забрали. Это... Прикинь. А там, походу, мне кажется, может тоже рано, потому что один раз, когда тебя брали, ты даже слова не успел договорить, а с тупом успел договорить. О. Может, в момент, когда он сияет, еще сказать можно? То есть, ну, когда у тебя еще глаза только закрываются. Не факт. Ну, может, можно, я не знаю. Знаешь, мне кажется, это задержка, что он успел договорить, наверное, рассчитывался на то, что... Нет, я думаю, это задержка интернета, и у него это случилось, может, раньше, чем как бы у нас, и мы услышали. Нет, стой, дай я полечу. Я думаю, а вдруг это рассчитано на то, что, допустим, игрок идет, сообщает ситуацию, просто чтобы успел фразу договорить, и союзники ничего не поняли, то есть... Может такое быть, я так предполагаю. Ну, трэш, потому что я не думаю, что... Автор на это рассчитывал. Да. Так, все. Да. Всё. Так, поехали в город. Почему мы всегда остаемся вдвоем? Знаешь, когда я играл в это с вами, я задавался всегда одним вопросом, почему я всегда суицидил? Не, а ты заметил, что я постоянно выживаю, то есть как бы, ну. Ты уже выживаешь, раньше ты не выживал. Правда, сейчас я с ПНВ. Сейчас я с ПНВ, у меня сейчас шансов, конечно, побольше. Я мог. Наверное, ты просто научился стрелять. Нет. Потому что. Ты увидишь, как я стреляю. Да. Еле-еле. У меня прям рука трясется от этого всего. Меня знаешь, какие моменты бесит? Когда я нахожусь в помещении. Когда я нахожусь за стеночкой. Когда я нахожусь на горе. Ужасные моменты. Просто ужасно. Помнишь, ты говорил, что он появлялся за стенами ангара? На том видео он все время появлялся в стенах ангара, то есть он всегда в твоем аудиторе. Ну на горе это не так. Ну, на горе может быть не так. Кстати, я играл, почему-то не успевал его заметить раньше. Раньше его успевал заметить после второго перемещения. А сейчас он мне в последний момент, когда я начал паниковать, перемещался, я даже его не успевал увидеть. Я только по звуку определил, что он появился, повернулся, начал просто стрелять. Ясно. Очень не хочется вне тумана. Он умудрился переместиться где-то 3 раза, и я не успел его заметить. Это не есть. Очень это. Не хотелось бы вне тумана наткнуться на пидорас. Кстати, может заедем на мостик на этой машине? Ты что, упоролся? А потом как обратно? Ладно. Ну ладно, пешком. У меня такая, знаешь, патронов маловато. Реально мало. Ну ладно, я как-то сейчас стреляю, но возможно после следующей точки ты останешься сам. А возможно мы там вместе найдем покой.
Видео, наверное, сейчас будет дофига весь. Эдди. Да, я тут. Эдди. Я тут. Ты как-то со стороны замолчал. Просто молчал. Может еще по одному укончику перед... О, блин, помутнение, не знаю, ничего. Никакого укончика не надо. Может еще... Не надо пока укончика. А вдруг... Не, когда доедем до места. Или вообще не больше колоть не будем. Давай не будем больше одного. Мне не показалось... Сколько у тебя антидотов? Мне показалось, что он... Ну, было около 8 штук осталось. Около отлично, на скольких сейчас человек рассчитана карта? Подумай об этом. Там написано, что количество антидота зависит от количества игроков. Ну, это имеется в виду. Что всего на карте человек 8 может играть, наверное, и антидотов 8. Вот тебе и пожалуйста, по одному разу. Не, разраб писал, что зависит от количества игроков, которые играют. Так как играло четверо, количество антидота у меня примерно было 8 штук. Тут у меня сейчас видимость была 0, у меня такой сейчас был свист. Я в ПНВ, но у меня все превратилось в одно большое облако. Дальше мы не едем? Так, подожди, куда... Не, я смотрю, куда сворачивать, я что-то запутался. А, все, понял. А я не понял вообще, где мы. Сейчас мы едем в тот городок. Веселый городок. О, нашел. Что за высота справа от нас? Высота, ну то показывает, наверное, большую точку. То есть там город, горы, может, холмик какой-то состоять. А может, ну, и не, гора, правильно, вот. Правильно говоришь, это именно гора, да. Это так, да, то есть, ну, ты же знаешь военный термин, высота. Ты же понимаешь, о чем я говорю. Ну да, да. Так что... Стратегическая высота. Все правильно говоришь. Ну вот, тоже, точка стоит на станции, высота тоже. Да. О, мы на базе? Нет, 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 да, нет. Нет, да. Нет, нет, тут такой. То есть нет. Правильно. А, мы уже проехали нашу базу. Ну да, ты хотел на базу заехать? Нет, зачем? Смысл? Куда мы сейчас едем? В город. В город, там, где мостик, помнишь, этот любимый наш городок. А где этот город находится? А когда песня, как хочется вернуться, как хочется. А где этот город? А где этот городок находится? Погоди. Прямо по курсу, по идее. Стоп, сейчас гляну на повороте. Куда ты едешь? Значит, мы проехали. А, блин. Ну правильно, еду, просто с другой стороны заедем. Я чуть-чуть тупанул. Заедем с другой стороны, подумаешь. Мы объедем по всему острову, да, вот сейчас по приколу. Я вот думаю, что-то ты поехал нормально так. Ну, вернулся назад? Нет. Нет. Там уже, ладно. Нет, нет, все, уже так. Уже проехали. Мы так, кстати, ни разу не ехали, посмотрим вид. Ну да, много чего увидим. Сейчас звук был такой суровый. Главное... Блин, так просто такой кремешный мрак сейчас слева от меня. Смотрю через окно и просто мрак. Да, слева очень темно. И если учитывая, что у меня графика на максималке, и остров прорисован полностью. Ну, у меня вообще-то графика может и не на максималке, но прорисовка отличная. Ну, я дальность обзора поставил максимальную. Пойдем, я сейчас остров полностью прорисован. Графон в игре, вот честно скажу, графон в игре просто супер. Я просто реально тащусь с графики в этой игре. Реализму преподает, ну, ощущения. Ну вот, вот эти все, знаешь, эффекты, свет неба, то есть вот это все вот очень, очень лепит. Не GTA, знаешь, 5, мне конечно. Мне нравится, что... Мне здесь не нравится, что когда поздно уже очень темно, ты без фонарика ничего не видишь. Я думал, что это нереалистично, пока в 2 часа ночи не шел. Помню, с работы домой, когда свет отрубили, луна, там реально темно, реально без фонарика ничего не видно. Чел, я много раз возвращался в темноте по Поповке, то есть зима, свет почти не работает во всей деревне, очень темно. То есть звезды, они не освещают так, чтобы ты увидел много их. То есть
страшно темно. Не видно ни хренища вообще. Земля... Единственный минус, что здесь, персонажи на ощупь идти не могут. Что делать? Это на ощупь нельзя идти, говоря, это минус небольшой. Как ты поймешь, что ты во что-то уперся? Да, это минус. Опа. Погоди, так, где мы? Мы сейчас... Да, я гляну сейчас. Все, я узнал это место. Мы, короче, между вот этой большой развилкой дорог, короче, вот тут мы, смотри. Ага, я поставлю крестик, где мы машину оставим. Отлично. Ты чё так далеко? Серьезно? Нормально. То есть это мы Я что-то уверен, что-то... Что-то не туман. Я уверен, что-то именно не туман. Это еще не туман. По идее. Я очень, так думаю. Очень бы надеялся я. Но, Шейд, если мы пойдем вот эту длину, вот это расстояние, нам мягко... Все, по идее туман должен быть. Да? Все уже думаешь? По идее дальше туман должен быть. Я думаю, да. Ладно, тачку будем иметь. Куда... Все, не надо никуда если ехать. Если бы мы ехали с другой стороны, где бы мы машину оставили? Наверное, почти так же, я думаю, потому что вот... Высоты рядом нет никакой, я думаю, там тоже склон, так что, чувак, да. Вон напротив, видишь, нас дорогу вроде даже чуть видно. Она даже выше, смотри, она на этом моменте, где мы стоим, там даже еще... Нет, там ближе подъехать можно, блин, с той стороны ближе можно было подъехать. Да пофиг уже, все, ничего не поделаешь, пошли. Я не собираюсь ехать по одному укольчику. Не надо никаких укольчиков, все, действуем. А, ладно, сейчас мы... Так, у меня 15 патронов в обойме. И одна еще обойма 11. Я не могу увидеть, сколько у меня патронов, кстати. А. Зайчик. Так. Опять зайчик. Просто время зайчика какое-то. Слушай, я не могу понять. Магазин с обоймой. Три магазина еще. Вроде. Два магазина. Не, ну у тебя там белая полоска. Белая полоска там, сбоку магазина показана, сколько он полон. А, кстати, вообще-то надо бы перезарядиться. О, перезарядит. 18? Что? Почему стало 18? А ты, наверное, выстрелил, не полную тебе обойму. Все, стало 22. Я, видимо, другую обойму перезарядил. Ладно, пошли, нормально. У меня в одной обойме осталось 15, в другой 11. У меня две обоймы осталось. Так, стоп. Блин, можно, наверное, было ближе даже подъехать. Это вроде не туман еще. Нассать. Ну, это, кстати, не страшно, что мы пешком пройдем это расстояние. Ты боишься? Да нет. Я боюсь, знаешь, что сейчас неожиданно он молча выскочит. О! Тогда, когда да не очень-то близко. Туман. Блядь! Что? Что? Убил? Вот это скример! Вот это не смешно! Он молча стоял? Да. Он молча был? Да. 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 У меня началось. Зайчишка, хуйня. Я понял, это все заяц. Это, наверное, как у меня тогда с машиной было, когда я на машине в туман везел. Ты сейчас, да? Не видел, как он забавно шел. Повор... Он... Стой, стой, не бежи, не бежи, не бежи! Он где-то у меня стоит. Все, стою. Где-то появился, но я его не вижу. Стою. Пошли, пошли, иди пешком, не стой, иди просто. Нам налево. Талант переместился, я его не вижу. Нам налево сейчас? Бля, я столба испугался перед тобой, я подумал, это он стоит прямо пока. Я уже, да, чутка шуганул с этого столба. Да, он жуткий. Я думал, это он стоит. Да, блин. Не видно ни черта, даже в ПНВ. Он где-то есть, он у меня появился и где-то есть. Сейчас где-то... Бля, Эдди, стоп! Он всё. Появился у меня где-то. Он быстро перебегает. Сука, он мне где-то перемещается, не успеваю, Эдди, я не успеваю, я прям. Сука. Мимо не попал. Близко. Стреляю! Бля, не попал! Ах.
замечательный город. Прекрасное место, которое станет нашей могилой. Кстати, интересно, без очков лучше? Намного. Все, пошло, поехало. Отлично. У меня есть миссия. Танк. Где я, в мать вашу? Твою мать! Отлично. Это грёбаная антидот у Шейда. А где он лег? На дороге где-то. Матерь Божья. Видимость. Зеро. Где ты, мразь? Где ты? Ты ли это? Ну давай. Чёрт! Привет, твой тебя, юный друг. Ну что было-то? Было как? Ну... Эдди. Да, в принципе, всё ровно. Шейда сожрали как надо. О, норм, присоединился. Всё вышло правильно. Всё вышло без проблем. Всё правильно. Да, отлично сыграли. Сейчас главное, чтобы стрим всё нормально был. Всё, всем спасибо, короче, всё. Я... Мяу-мяу-мяу, всем пока.